Ну, еще об одной премьере. На этот раз грядущая. Она состоится уже в эти выходные в Большом зале Русского театра Махачкалы. Как зарождался фашизм в Германии и какими были его последствия для человечества? Об этом в спектакле «Хэппи-энд». Автор произведения – израильский драматург Иду Нетаньяху. Постановщик – известный московский режиссер Вячеслав Терещенко. Играют в ней дагестанские актеры. Основное действие разворачивается в Берлине. Еврейская семья ученого-физика подвергается гонениям и оказывается перед выбором – бежать из страны или остаться. Все заканчивается хэппи-эндом, но зрители знают, что это начало истинной трагедии – Холокоста. В спектакле задействованы современные визуальные технологии 3D-проекции. Посетит премьеру и сам автор Идо Нетаньяху. Он прилетит в нашу республику из Нью-Йорка, где уже прошла премьера «Хэппи-энда». Добавлю, Идо – сын известного историка Бенциона Нетаньяху и родной брат премьер-министра Израиля. Я могу сказать, что по уровню дагестанские актеры ничем не уступают московским артистам. Но проблемы существуют, но проблемы профессиональные, не человеческие. Все наши копья, все наши споры, все наши поиски, они идут только в профессиональном русском, как и должно быть.